Я думала, вы на завтрак яичница, сосиски и золото. У вас же есть золото, давайте посыпаем. Можно, можно, вот. Конечно, да. Хочешь, Владиш? Ой, о, мама. Это действительно лакшери, это лучше, чем по клубам в Москве. Я Лариса Гузеева, это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Ирина, Марианна и Анастасия, а жених у нас Матиас. Здравствуйте, проходите, мы вам рады. Матиас, 38 лет. Маркетолог в сфере брендовой ювелирной продукции. Родился в Гамбурге. Сейчас живет на Майорке. Гордится тем, что умеет шутить на четырех языках. Признается, что добавляет в пищу золото. Предупреждает о том, что уже определил день своей свадьбы. В связи с тем, что законы в Германии всегда были на стороне женщин, Матиас не спешил связывать себя узами брака. Сейчас, научившись разбираться в людях, понял, что готов рискнуть. Матиас не сможет найти общий язык с милой дурочкой и никогда не женится на силиконовой красотке. Возьмет в жены интеллигентную прелестницу модельной внешности, творческой профессии и мягкого нрава. Матиас. Скажите, а все маркетологи, работающие в сфере ювелирной продукции, поедают золото или только вы? Золото на шампанское. Ну, это я тоже пила шампанское с золотом. Я думала, вы на завтрак яичница, сосиски и золото. В обед свиная ножка, капустка тушеная и опять золотом. Да. Там 50. Нет? Вы знаете, что на организм надо все минералы. И да. Золото это очень редко, но он очень хорошо на здоровье. И эмоционально тоже золото поднимает настроение. Вот я, например, очень люблю. Я, конечно, есть не пробовала, но... Жалко как-то, да? Попробую. Да, попробую, да, попробую погрызть. Да. Интересная внешность, необычная у него какая-то. Но это все... Раньше, сейчас. Раньше, да. Сейчас уже объелись, у вас уже а мы еще нет. Золото. А вы с собой не принесли ничего погрызть? Закусить. Вот я смотрю, у вас не... А это вот? Я думаю, для невест это. Нет, это на нас. Но попробуем наши продукты из нашей фермы. А я попробую. Да. Давай, поставь, попробуем. Давайте. Я угощу. А, то есть вы помимо ювелирки еще занимаетесь... Поставь вот сюда, пожалуйста. Что ж ты? Вы занимаетесь еще и вот какими-то продуктами, да? Такими? Но на нашем ферме... Подожди, да. Подожди. А у вас, извините, пожалуйста, я же пока... Вы не отдадитесь, я от вас не отстану. У вас же есть золото. Давайте посыпаем. Мне тут донесли. На марципан? Можно, можно, вот. Конечно, да. Хочешь, Владиш? Роза, у тебя рука поднимется. Я правильно открываю? Откройте. Типа сладости с золотом, да, делают? Не, ну как золото пусть оставит кусочек. Туда. Не, побольше, да, у меня все туда. Переварится. Это будет покрасиво. Полетает чуть-чуть. Это очень романтично. Вот, идея вот эта вот, что на моя свадьба, когда мы начинаем свадьба, будет шампанское, и внутри шампанское будет золото. Я знаю, что вы даже определились с датой свадьбы. Это будет 7 июня. Июля 2017 года. 7 июля, наверное, 7-7-2017. Да. Посмотрела я эту дату. 07, не буду 07, вас разочаровывать. 17. Дата красивая, но обещает, к сожалению, женскую неверность. Вот так вот. Человек, который выбирает случайным образом дату, где ярко выражена женская неверность, наверное, и в жизни с этим сталкивался, я думаю. Он какой-то перепуганный, или то ли не уверен в себе мужчина, но я не знаю. На телевидении, как бы в России, он тем более не русский. Ой, ручки. А вам зачем ручки-то? Не, ручки это на свадьбу. Золотые. Вы знаю, вы будете расписываться, да, в день свадьбы этими авторучками? Если мы идем на САГС, мы друг друга даем этот ручки. Здесь есть кольцо золотое. Вот, он у меня ставит это кольцо на моя ручка, и я ее стою на ее ручка. Но... И регистратор говорит, притяните друг другу ручки. А если размер кольца не подойдет? Ларис, ничего, подгоним невесту. Невесту под дату, руку под кольцом. Как Золушку под хрустальную туфельку. Надо, наверное, пол Москвы, пол Питера перелопать. Вы хотите жениться или хотите просто легкие отношения?
С красивой, умной. Но я здесь, почему я хочу жениться, конечно. Хотите детей? Три. Троих. А, два или три. Почему русская именно? Я Германию еще не могу развернуться, почему там очень скучно. Там все права на стороне женщины. Если случается развод, то мужчина обязан ее содержать, даже если нет детей. А уж если есть дети, то вас можно оставить без штанов. Потом, так, что так, скрывать? Да. Русские красивее, чем немки. Русские девушки ухоженные, следят за собой, любят красивую одежду, хорошо пахнут. Немки на это, на все, им все равно. Они и так выйдут замуж, будут рожать, у них и так все права. Вот, поэтому мы даже в гроб ложимся в 100 лет красавицами. А этот, у нас мужчина должен иметь что-то, чтобы предложить своей жене. У вас, вы сейчас где живете? В Майорке. А у вас там что, свой дом? Ну, мы живем там на ферме, на 1000-летний старый особняк с землей и так далее. А что вы там делаете на ферме? Растяю помидоры, например. Растляете помидоры? Mm-hmm. Выращиваете, да? Я обычно нет на таком печаке, когда я там работаю. То есть у вас там скот какой-то есть? Типа вон. Вот мы растем вот это. А вы земледелием занимаетесь, да? Ну вот, выращиваете. Да, это кумкваты. Вот эти как они? Кумкваты. Обожаю. Вот этот вкус. Хочешь попробовать? А этот и скот какой-то выращиваете, да? Там коровы, свиньи, куры. Да, курица, да. Ой, какая. Это Каталина, да. Вы туда жену привезете? На ферму? Да, она должна найти яйца. А с модельной внешностью что ей на ферме делать? Для кого? Для свиней, что ли, прихорашиваться? Но Каталина, она очень, она, как называется, не надо ей дать блюда и так далее. Она просто там ходит, как это Каталина, свинья. Это свинья, да. А можно посмотреть видео? Ой, мама. А как, кто из них Каталина? Это Бонни и Клайд. Бонни и Клайд? Да, он найдет трюфели. Я их даю ванильное мороженое. Например. А жена что будет у вас? Ну, для что на ферме работать будет, яйца я так понимаю? Искать. Трюфеля конечно. Искать вместе да. с Бонни Клайдом. Да, нет, это дар только передается некоторым породе собак и свиньям. Да. Женщина при всем желании не сможет. Лариса, в ресторане только если Лариса. Как все хорошо начиналось. Золотые ручки. Скажите, пожалуйста, Матиас, это ваш бизнес? Вы зарабатываете этим? Нет, это или это для души? Что это? Sabbatical – это когда ты, в России так не бывает, но бывает, что бизнесменов, он идет отпуск на один год, и он просто живет как хочет. 100 лет назад. Да. Вы выбрали такой путь на один год, вот вы сейчас живете так. Я живу в природе, да. Угу. Там миндалы... И ваша жена там должна тоже будет все бросить и жить вместе с вами. Например, да. Почему нет? А куда она должна надевать красивые платья, золотые серьги, кольца? Пальма недалеко, столица от Майорка. И вечеринки но если едем в Москве, можно тусоваться. Ну, понятно. Но так тусоваться вы четко выговариваете это слово по сравнению с остальными. Чувствуется знакомо. Опыт. Мне кажется, он так тусуется, ходит по клубам, по ресторанам. Не, видно. Да? Уверен в себе мужчина. Ну, да, в этом плане... Тем более он знает такие слова, тусоваться, извини меня. Вот смотрите, для русской женщины, я не знаю, как у вас, не жила, очень важна стабильность и какие-то гарантии. Угу. Вы же хотите троих детей, да? Угу. Сегодня вам хочется отдохнуть от всего, от светской жизни, от тусовок, и вы туда уехали. Продукты, вот что-то там такое делаете. Потом у вас будет еще какая-то идея. И ваша жена должна будет быть рядом с вами, обязательно поддерживать любую вашу идею, да? Mm-hmm. Любое ваше начинание. Нет, но, конечно... А если у нее тоже будет свое дело? Вот она будет успешная. Надо женщина, которая... Who's flexible, I say this. Гибкая. Гибкая, да, которая тоже любит... жить на разные страны и
А какие гарантии, что вы с ней поживете какое-то время на разные страны, а потом она не вернется в Россию опять ни с чем? С детьми. С тремя. Да. Зачем надо гарантия? Ну как? Гарантия – это наша свадьба. Ну, наверное, она вернется с поросенком, я думаю, как минимум. Я знаю, что каждые 3 года он меняет свой образ жизни. Он меняет язык, на котором он разговаривает. Сколько? 7 или 8 языков ты знаешь? Меняет страну, меняет свое окружение. Я поняла. А жена угонится за ним? Она успеет в промежутке? Жена должна быть соответствующая. Поскольку он человек активный, с большим количеством контактов, это не должна быть жена ревнивая. Ни в коем случае, потому что здесь не срастется у них. Угу. Это должна быть сильная личность, которая будет его все время в семью возвращать. Потому что он взрослый человек, устоявшийся. Его надо все-таки в хорошем смысле слова контролировать. А на кой ей это? Объясните. Молодой, красивый, клевый, классный, уставший Матиус, подсороковник, понимаешь, который 3 года там, 3 года сям. Что? Ну, понимаете, Матиас есть золото, но он сам не золото. Давайте так, что же мы сейчас прямо себя так не уважаем-то? Через 3 года он захочет уехать в Гвинею-Бисау, понимаешь? А это не будет входить в планы надо его жены? Оговаривать. И будут дети, ребенка. Да. Поэтому надо оговаривать на этом берегу. Почему он не женился Конечно. До сих пор? Да, почему? Вот. Потому что есть, по его мнению, большой процент разводов. То есть да. Первый брак – это почти гарантированный ну, развод. Понятно, это да, банально. Он говорит, зачем я буду жениться, чтобы разводиться гарантированно Правильно. Практически. Я подожду до зрелого возраста, когда я понимаю, что мне нужно, и тогда женюсь. Вот сейчас у него такой возраст настал. Прекрасно. Да, не золото, но жених неплохой. Поедешь на ферму? Нет, на ферму я не поеду точно. Почему? Потому что я москвичка, я обожаю этот город, я в нем родилась. Кого ты видишь рядом с Матиасом? Наверное, из деревни. Ну, надо любить природу, тем более он, ну, к старости дело, то, знаешь, к земле тянет. Но он все равно не понимает, деревня. Что я говорю, но неважно. Деревенская какая-нибудь, ну, сейчас немножко продвинутая. Ну, конечно, нет. Чё ну, нет? конечно, нет. А ну, что нет? Ты говоришь? А как ну... кто будет со свиньями-то ходить? Джулия Робертс ходит со свиньями, а девушка, которая не пойдет, при чем здесь это? А зачем ей из города уезжать туда? Из города, как раз, и надо туда ехать. Это Майорка. Там 2000 лет живут люди на этом месте, где стоит сейчас эта финка. Только богатые люди могут позволить себе жить вот так вот, да. Яйца собирать да. себе. Только очень богатые люди. Ну, не знаю, не была, не знаю. Вы посмотрите, этот десерт, он ведь сделан своими да, руками. Я вижу. Он собрал этот миндаль. Колбаска была бы, было он бы Он миндаль вкуснее. Этот собрал с дерева. И сам его обработал и сделал из этого десерт. Ну, вы оцените вкус. Потрясающе. Это действительно лакшери. Это лучше, чем по... Ну, я вижу, глаз не Куда? Горит. Ну... Конечно, вам нужна девушка, которая будет ярче вас, умнее я думаю, вас. Девушка тоже надо опыт, и у меня опыт есть. Обязательно. Но я... Опытная. Вы, наверное, вижу, очень... что у меня опыт, но... Да, и она должна быть очень хитрая. Нет. Очень хитрая. Она Почему? Должна быть настолько хитрая, чтобы вы даже не поняли, что она имеет в виду. Ласково стелить, с вами быть всегда прелестницей, мягкой, очаровательной, все. Но она должна быть с очень железным позвоночником. Она должна вас собирать и держать рядом с вами. Она должна быть очень сильной, очень продвинутой, не зависеть от вас материально. И вы не должны на нее смотреть вот так сверху вниз, вам будет неинтересно. Вы должны на нее смотреть так с восхищением, обязательно. Но при этом, еще раз говорю, вы не должны чувствовать себя перед ней неловко. Она должна быть настолько умна и хитра, чтобы, будучи сильнее вас, интереснее, талантливее, красивее, этого не показывать. Обед, конечно, другую вы съедите, с другой вы жить не будете. Я не согласен. Мне надо натуральная
интеллигентная, красивая девушка. Она будет натуральной, интеллигентной и красивой. Хитрая она должна быть обязательно. А вы не поймете, что она хитрая. Он преобразится после твоего выхода. Как он Джозеф с тобой поспорит. А как это поспорить? Не могу. Посмотрим. И что там по звездам? Я в больших сомнениях, но я советую девушку не просто хитрую, а очень спокойную, рассудочную, ту, от которой вы сможете зависеть. Пускай у нее будут командирские навыки и командирские качества. Ну, только мягко. Она мягко стелить, пускай, да. Оно жестко спать. Да. Ну, то есть мы с тобой... Но она внутренне должна быть направляющей в этой семье. Конечно. Да. Надо задать ему главный вопрос. Согласен ли он переехать к женщине в Москву? Конечно. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Проходите и знакомьтесь с первой невестой. Добрый день, Матис, рада познакомиться. Я разделяю твою любовь к свиньям, но вряд ли смогу их воспитывать. Идем туда. Ирина, 35 лет. Радиоведущая и актриса. Гордится тем, что участвует в благотворительных акциях и помогает бездомным животным. Мечтает завести лошадь. Предупреждает, что в ее доме никогда не будет лука. Признается, что засыпает только в полной тишине. Через 8 лет отношений с возлюбленным Ирина сама сделала ему предложение, а спустя 8 лет брака стала искать причину, чтобы развестись. Надеется, что с Матиасом они будут счастливы. 8 лет до брака у вас были отношения, и вы не смогли его хорошо узнать и рассмотреть в нем? Нет, ну это я списываю просто на слабоумие, на какое-то, на свое личное. Угу. Вот. Я, в принципе, знала, за кого иду замуж. Через 8 лет? Ну, я тогда была юная девушка, когда с ним познакомилась. Он старше меня был. Когда человек старше, ты тянешься узнать что-то новое, как-то вырасти с ним вместе. Вот смотрите, были моменты, когда он просто вас не замечал. Он мог, не ставя вас в известность, улететь в другой город. То есть он позволял себе такие вещи, которые обычно не прощают. Да. Вы-то что, его так любили? Ну, на тот момент мне казалось, что да, я так любила. А вот. Когда он один уехал в Сочи, но вы выбросили в окно его гитару и да. не общались 3 месяца. Да, да, да. Ну, человек как-то заставил меня поверить в то, что он изменился, то, что он дорожит отношениями. И замуж все-таки вы из него вышли. Да, да, но предложение сама сделала. Хорошо так жили? Так сложилось. Ну, когда любишь человека, все кажется хорошо. Ты не замечаешь. Вот когда вы его любили, собирались кому-то на свадьбу, он сказал, плохо выглядишь, переоденься, наоборот, слишком хорошо выглядела. Вот, ну да, человек вспыльчивый. Ревновал? Ну, видимо, да, по его реакции, я думаю, что да, ревновал, потому что импульсивный. Естественно, я уехала на свадьбу одна, но в стенке у меня в квартире осталась дырка, проломленная им. Вот. Ну, это даже романтично. Вы его гитару в окно, он вас ревнует. Он один уехал в Сочи, вы одна на свадьбу. Ну, такие молодые страсти. Да. Матису. Надо брат. А тут... Да. А когда решили с ним развестись, он вас легко отпустил? Нет, я вообще обманом развелась, на самом деле. Потому что он не хотел со мной расставаться, его все устраивало, потому что... Не каждая женщина будет терпеть это столько долго, всякие выходки. Вы сказали, что вам нужно для работы, для да? проекта, да. Для Мне проект. Нужен чистый паспорт. Он с легкостью в это поверил. И на самом деле так было на тот момент. Действительно, я проходила... Обратно? Ну хорошо, Ирина, в конце концов, жених вас не слушает, вашу историю, ему абсолютно на это наплевать. Давайте о настоящем, да, о сегодняшнем. Было и было. Вам 35 лет, у вас детей нет, вы радиоведущая и актриса. Вы востребованы, работаете, зарабатываете здесь? Ну, я зарабатываю, как-то кормлюсь, как-то существую. Если поставит Матиас вам условия уехать с ним,
Ну, то вы не можете виртуально вести программы, да, и виртуально, ну, не знаю, там, может быть, и можно, может быть, скоро будет такой театр одной артистки. Даже не в этом дело, мне кажется. Скайпу. Даже не в этом дело. Даже если по скайпу, я не готова жить на ферме, мне кажется, Матиас. Ну, на ферме я живу только сейчас. И... Он там отдыхает? Между грядками. Меняю мою жизнь каждые несколько лет, да. А, но я могу задать тебе вопрос? Тебе понравится путешествовать? Вообще пообщайтесь. Ты Матиас, а можно я, извини, что тебя перебила, я бы хотела узнать, а ты ради любви, если вот ты встретишь свою любовь настоящую, ты готов поменять как-то место дислокации, вообще образ жизни? На какие-то жертвы конечно. Готов ради любви? Я очень гибкий человек, flexible. Мне кажется, на мой взгляд, что они оба немного инфантильные. Но меня очень насторожила история, которую я услышала, пока сидела в своей замечательной комнате, про ручки. Вот эта история меня насторожила очень сильно. У меня ощущение, что вы подбираете себе не жену, не невесту, а деталь к своему пазлу, к интерьеру, к ручке. Не, ну просто у него есть такая, не, ну не какая-то ерунда. Меня спросили, это фетиш такой. Когда я пришел туда, меня спросили, что будет на моя свадьба. И на моя свадьба я уже 10 лет, наверное, сохраняю эти ручки. И в конце концов я решил, что она через 2 года будет. В любом случае, даже если любовь не встретится. Ирочка, вот вам предлагают обстоятельства, знаете, как в проект. Вот вы готовы на такие условия? Вы сейчас торговаться начинаете. Вот он хочет, мы озвучили, чего мы хотим. Каждые 3 года меняем дислокацию. Вот у нас есть вот это и так далее. Согласна? В конце концов, ручки – это не самая страшная Абсолютно. Привязанность Здесь вот человека. Как раз ваше согласие. Меняться мы под вас, мы вам много чего пообещаем, если вы нам понравитесь, понимаете? Но через 3 года будем менять дислокацию. Вы пойдете на это? Ну, говорите откровенно. На наши откровенно условия. Вам скажу честно, если я влюблюсь в человека, я готова на любые вообще глупости, на любые поступки, если я полюблю. Она тоже чувствует то, что он к ней, ну вот так вот, да, сквозь пальцы получается и типа. Ну ладно, ему мне не нужен. Вот я не деталь. К твоему интерьеру. У вас есть 3 бонуса. Свидание наедине, семейная традиция или тайна и скелет в шкафу. Что вы выбираете? Скелет на шкафу. О, скелет на шкафу, это хорошо. Это еще лучше. Боже мой, черная-причерная комната. Что это? Это ужас, это мой страх, который меня преследует. Я очень боюсь замкнутых пространств. Маленьких. Это моя фобия. Вот, это страх. Я задыхаюсь, мне не хватает кислорода, да. Это паника. Вы знаете, я даже помню такой момент, когда я была маленькая, очень помню рано себя с детства, когда меня пеленали, вот раньше детей было принято пеленать, у меня в эти моменты была паника. Я плакала. Но... Вы прям помните, как да, вас пеленали? Я помню, я помню. Ты боишься замкнутых пространств? Нет, вообще абсолютно. Какая у тебя фобия есть? Фобия? Я очень высоты. Боюсь высоты. Я хотела бы прочитать тебе стихотворение. Я сама пишу стихи. Не так давно это у меня открылось. Вот, но не, прошу не судить меня строго, я волнуюсь. И, может быть, это не с первого раза получится. Стихает боль. Вопросы растворились во мраке. На них не найден ни один ответ. Любовь моя, подобно брошенной собаке, скитается, в ночи не отыскав себе ночлег. Бродяжку не пугают дождь и слякоть. Ее терзает только боль в груди. И от обид людских ей остается только плакать. Но слез не выдаст, взяв себя в тиски. Она не скалит пасть и не кусает, оберегаясь от повторных бед. Доверчиво своим хвостом виляет. На доброту, откликнувшись в ответ. Спасибо, Ириночка. Проходите в свою комнату. Мы вас будем обсуждать, а вы послушайте. Тимерлан, ваши впечатления и что вы скажете о Ирине? Прекрасная девушка с хорошим вкусом. Видно потому, как она постаралась одеться. Мне кажется, им нужно еще пообщаться, чтобы понять. Матиас, ваши впечатления? Как вам Ирина? Она очень милая, очень красивая. Ирина не милая совсем, нет?
Ирина достаточно, мне кажется, человек жесткий, целеустремленный, заточена на свою карьеру и на себя. Поэтому 35 лет, поэтому нет детей, поэтому не замужем. Ирина чего-то ждет. 35 нормально. Нет, для России это не очень нормально. Понятно, что ее никто не собирается хоронить, но у нее должно быть какое-то прошлое в виде браков или детей. Так очень много вопросов у меня к ней. Но я думаю, у вас здесь в России такой проблем, что девушки... А мы говорим о России, да. Да, у нас... После 27 девушки уже думают, что они старые. Да. Но... У нас после 24 девушки понимают, что уже нужно бежать скорее. Не, но мы не у вас. Когда будет, как по-немецки сказать «давай поженимся»? Los, lass uns heiraten. Вот когда такая программа будет у вас в Германии, мы будем говорить... Вот пока, да, менталитет русской женщины вот такой. Но Лариса же должна была добавить какую-то такую ложечку маленькую дегтя, иначе неинтересно смотреть будет зрителям. Невеста правильно озвучила, хочу вот это вот, не хочу скитаться, хочу конкретно мужа, хочу детей рожать в одном месте, получать зарплату, быть уверенной, это имеет право. Но она мне, Ирина, симпатична тем, что она не всеядная, что она не бросилась расточать комплименты. Да, да, знает себе цену, гордая женщина молодая, это приятно. Ирина человек с выраженным Меркурием и с очень гармоничной Луной в гороскопе. Это значит, что она и достаточно умная, и она очень адаптивная. Если бы она хотела приспособиться, мы бы увидели это ее желание. То, что мы увидели, говорит, что она действительно пришла сюда со своей искренностью. То, что Матиас ей не очень понравился, и она была в этом смысле откровенно достаточно. То есть, поверьте мне, это не актерская игра, она действительно умеет адаптироваться. Если бы она поняла свою заинтересованность в мужчине, она сделала бы шаги навстречу, она постаралась бы соответствовать. Мне кажется, все правильно сказали, на самом деле. Матиас, проходите и знакомьтесь со второй невестой. Матиас. Привет. Очень приятно с вами познакомиться. Меня зовут Марианна. Да. Я вдохновлена вашим именем, потому что оно мне напоминает известного художника Анри Матиаса. Надеюсь, то, что у вас тоже есть такое вдохновение. Угу. Давай. Спасибо. Марианна, 29 лет. Архитектор, мечтает получить профессиональное признание. Гордится тем, что родилась в Москве. Признается, что искусно готовит лобстеров и знает секрет приготовления идеального борща. Предупреждает, что всю грязную работу по дому за нее выполняет домработница. 5 лет Марианна ждала от возлюбленного профессионального роста и зрелых решений, но только после замужества поняла, что ее ожиданиям не суждено воплотиться в жизнь. Надеется, что Матиас – достойный мужчина. Скажите, пожалуйста, Марианна, какие оправдать должен был ваши надежды, я не знаю, ваши мечты, молодой человек? Просто мы познакомились, когда нам было по 20-23 года, ему было, а мне было 20 лет. И я училась в Строгановке, он тогда еще был помощником адвоката, и мы вместе жили, развивались, но, к сожалению, через 4 года стало, наверное, немножко понятно тот факт, что мы движемся в разных плоскостях, и я очень сильно его опережала, и мне было очень сложно. Он не хотел зарабатывать или не мог? Не то, что я думаю, не хотел зарабатывать. Я думаю, то, что он просто... Его устраивало то, что есть у него сейчас. Но было он... ощущение, что вы его тянули, тащили на себе и материально, и морально? Да. Я не могу сказать, что это было ощущение. Это был 100% факт, потому что я заняла в какой-то момент более лидирующую позицию, и... Конечно, это моя ошибка. Никогда в отношениях не бывает виноват один человек. Всегда несколько. Это проблема всех российских женщин. Сначала мы от большой любви говорим: «Любимый, полежи, отдохни, я сама». Да. Мне не нужна... Я все приготовлю, я все сама сделаю. Да. Мне не нужен такой праздник. Давай лучше тебе купим машину. Давай так и было. Да? Ну вот видите. А потом они привыкают к этому и говорят: «Нет, дело не в этом». Они говорят: «Моя такая дура, ей ничего не нужно». Мне кажется, она с радостью за него пойдет. Да, вот это нравится. Она уже, по-моему, показала свою заинтересованность. Мы меньше года прожили в браке. В этот год он начал просить родить ему ребенка.
Но я говорила о том, чтобы прежде чем рожать детей, надо чего-то добиться в жизни, скажите, чтобы им что-то передать. Правильно, вам сейчас 29 лет. Да. Я не думаю, что вы будете замалчивать. Это тоже наша беда. Мы сначала копим в себе обиды, не говорим, не вслух не произносим наши желания, да? Угу. Все это накапливается, и потом случается развод. Вот ну, сегодня Лариса... в браке, если, например, у вас все случится с Матиасом, вы можете сказать, мне это не нравится, да, а вот могу. Это нравится, я бы вот это хотела, а вот это лишнее. То есть вы можете уже разговаривать как взрослый человек, да как абсолютно партнер? Честно, я считаю, вообще, это в принципе, важно. Это очень важно. Да? Открывать и честно говорить позицию о том, что... Мне нравится так и так. У меня есть уже определенные даже принципы в жизни, от которых молодец. Я не хотела бы... А вас устраивает? Все устраивает? Ну, на мой взгляд, Матиас, безусловно, он интересный человек. Я так понимаю, у него большой жизненный... Условия предложения вас устраивает? Условия предложения, я думаю, точно так же, как первого невесту, меня смущает только одно. То, что он предлагает переезжать каждые 3 года. Но мы вот с друзьями сейчас сидели, обсуждали. Я уверена, то, что это его позиция только на сегодняшний день. Потому что если он найдет женщину, которую он будет... Скажите, почему вы за него сейчас отвечаете? Вы знаете, опять же, в чем наша проблема? Я предполагаю. Мы встречаемся с мужчиной, и он говорит, прости, мой дед гулял, отец гуляет вот по сегодняшний день, и я, вот слаб я. Значит, извини, да. С плеч. А вы про себя думаете? Нет, это тут вон с Машей или с Люсей у него такое было. Со мной или... этого не будет. Будет. Он до этого бил всех. Будет все то же а со самое. А со мной не будет. Да. Будет. То есть она готова его менять, но надеется, что поменяет взрослого человека под себя. Не фантазируйте ничего на его счет. Я не фантазирую. Я просто могу сказать из того опыта своего не самого большого в жизни. Вас устраивает? Переезжать? На чемоданах. Я обожаю путешествовать. Я в прошлом году что, была... Что значит путешествовать? Одно дело, когда вы путешествуете на 2 недели в полгода, да, это одна история. А потом нет, возвращаетесь в любимую свою квартирочку, которую вы сделали на свой вкус, где уже знаете... А, кстати, а давайте посмотрим квартирочку, от чего вам придется отказаться. Добро пожаловать ко мне домой. Я архитектор-дизайнер. Хочу показать вам свою квартиру и рассказать пару слов о ней. Этот проект был реализован моим архитектурным бюро во главе со мной. Я безумно люблю эти окна, они наполняют эту квартиру светом. Мое любимое кресло, где я вечерами периодически сижу, пью бокал любимого красного вина и наблюдаю за городом. Здесь я смотрю телевизор. Я нарочно отказалась от обеденного стола и сделала себе такую барную стойку, где я завтракаю, пью кофе и еду в любимую творческую мастерскую. Ну вот такая девичья квартирка, прелестная совершенно, абсолютно девичья. И вот вы сейчас сорветесь. Вот мне кажется, что в таком возрасте, а Матиас уже в серьезном возрасте, все-таки переезд планируется в связи с какими-то обстоятельствами. Если мужчина в 30 лет постоянно меняет страну проживания, это, скорее всего, ну, просто интересующийся жизнью человека. А если мужчина к 40 годам постоянно меняет страну проживания, скорее всего, он неудачник, который не может зацепиться на одном месте постоянно. А если он в душе вечно молодой, вечно пьяный? Ну, это душа его. Мне кажется, вы знаете, Лариса, я смотрю на Матиаса, конечно, с одного взгляда очень сложно сложить какой-то психологический портрет, но но с одного взгляда сложно, но он не кажется мне гулякой, который хочет только тусоваться. Мужчин такие не совсем устраивают. Они все-таки хотят немного дать, ну, как бы немного больше дать. Хотят, чтобы они были лучше, по крайней мере, в начале. Это их подкупает. Что вы в характере мужчины не переносите на дух? Мне нужен мужчина активный и с активной жизненной позицией. Отрицательные черты, я точно все-таки могу сказать, что я не потерплю, чтобы надо мной стояли и заставляли меня убираться, готовить борщи, хотя я это делаю замечательно. Именно заставляли. Это должно идти ну, для меня. Ну, так домострой это не ваше. Я поняла. Домострой это абсолютно не мое. У вас осталось 2 бонуса. Свидание наедине и семейная традиция. Или да, тайна, да, или да, традиция. У меня очень интересна семейная традиция. Мой дедушка, он летчик. Папа мой тоже летчик. И хочу продолжить... Традицию хочу папа получить лицензию. Сурок, папа у меня сумасшедший классный.
А какую я традицию? Горжусь своими родителями, я их очень... Вы летчиком что ли хотите стать? Я не хочу стать летчиком, я хочу получить летную лицензию для того, чтобы в России эти права не будут котироваться, но не котируются в Америке, в Европе, для того, чтобы управлять гражданским лайнером. В ней я знаю, что вижу очень много мужского. Поэтому, знаешь, да, но сила не такая, какая должна быть у женщины, да, а вот именно какая-то мужская сила. Показывайте сюрприз. С удовольствием. Матиас, я вас приглашаю. Я всегда. Да, да, да. Буду очень признательна, если вы мне поможете. Это акриловые краски. Давайте мы сделаем для вас небольшую памятную картину. Возьмите, я сейчас начну. И надеюсь, вы мне поможете. Мы напишем первую букву вашего имени. Okay. На самом деле, такого же, как у меня, тоже. M. Буква М, да. Интересно, мне нравится. Это творчество. Но оценит ли это Матиас? Тут, знаешь, такой вопрос. Спасибо вам большое. Я вам это дарю. Надеюсь, останется на долгую память. Проходите. Спасибо. Спасибо. Тимерлан. Человек творческий. Смутило немного то, что взяла без предупреждения, ушла после 5 лет жизни. Просто проснулась и ушла. Не сделала ли она это с моим другом? Да, она не ранит ли она его? Она свободолюбива. Ее, если будет в браке что-то не устраивать, она не будет его сохранять искусственно. Ее воспитывали сильные мужчины, дедушка, отец. У нее есть примеры. Она не закусит у дела, она терпеть не будет. Глаза долу – это не про нее. Соответственно, абсолютно ты, все ты верно. Будешь искать сильного мужчину, да. Которого да. ты хочешь. Да. Вообще, на самом деле, Марианна сама по себе, по характеру, как же, как дамская сумочка, где всему находится место. И помаде, и ключам, и деньгам, и перцовому баллончику. Она человек, у которого в гороскопе конфигурация, которая называется «Большой крест». Этого не надо пугаться, но просто такая конфигурация объединяет 4 планеты в разных стихиях. То есть она человек, в котором живут сразу... много противоположностей. И в ее случае это, с одной стороны, идеализм и практичность, которые сочетаются, и фантазерка, и знает цену деньгам. И, с другой стороны, и целеустремленность, и определенное легкомыслие. Во всяком случае, когда вы ее привезете в Германию, вам будут все завидовать. Потому что если бы Марианна жила в Германии с такой внешностью и с таким образованием, она бы... Просто я никогда... Сама бы сидела на этом месте и выбирала себе мужей. Лариса на нашей стороне. Молодец. Абсолютно верно. У нас еще есть одна невеста, Анастасия, и я предлагаю вам, Матиас, с ней познакомиться. Привет. Привет. Мне очень нравится Испания. Надеюсь, ты скоро повезешь меня на Майорку. Con mucho placer. Анастасия, 25 лет. Модель. Разрабатывает собственную линию одежды. Мечтает стать послом доброй воли. Гордится 2 высшими образованиями. Признается, что бороться с плохим настроением ей помогают танцы перед зеркалом. Анастасия собиралась стать женой успешного бизнесмена, но за время подготовки к свадьбе поняла, что его статус был сильно преувеличен и поспешила разорвать отношения. Надеется, что Матиас будет с ней честен. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия, а ваш жених сам вам рассказал, что он успешный бизнесмен, или вы это додумали, ваши фантазии? Ну, и додумала, соответственно, и тоже он много рассказывал, то есть очень много было пафоса. Я там, я здесь, я с теми общаюсь, я работаю, вот я исполнительный там директор, и часики. И часики какие?
Ну, часики тоже были неплохие, но, видимо, по всей видимости, на последние деньги были куплены. Может быть, подделка? Возможно, да, скорее всего. И очень было много вот такого напускного какого-то, ненастоящего. И я, ну, будучи такой глупой уже, ну, неопытной девчонкой, на это повелась. И вы через 2 недели стали вместе жить? Да. Ну, невеста, видно, что с 2 высшими образованиями. Но вот эти проблемы постоянные, да, в деньгах везде. То есть я вынуждена была тащить его на себе. Я как женщина, я хочу, чтобы мой мужчина но был... что, он совсем не зарабатывал ничего? Ну, он зарабатывал, но, ну, как бы на квартиру, на еду и а вам на что ничего. Хотелось бы еще? Ну, хотелось бы на подарки, хотелось бы на цветы, на ухаживание. Ну, если вы обращали внимание на хорошие часы, на монеты, вам хотелось устроиться за счет мужчины? Ну, как? Ну, я... Мы не скрываем ничего. Послушайте, Настя, мы все взрослые люди здесь сидим. Почему нет? И такое тоже может быть. Ну, я тоже человек. Я не могу так, допустим, жить с человеком, которого я не полюблю. Для меня важно, да, чтобы... Сейчас уже важно, чтобы он имел какой-то статус, чтобы я ни в чем не нуждалась. Нет, давайте так. Полюблю и статус – это абсолютно из 2 разных источников. Полюблю и статус. Когда полюблю, умру, пойду с ним на край света, сама буду горбатиться, только чтобы ему было хорошо. Может быть, понимаете, а вы тоже такая девушка выкобенистая. Вот вы так пришли, так себя презентовали. А он, влюбившись, стал вам сочинять и врать, чтобы произвести на вас впечатление. Потому что сказал бы, что он с 15-й автобаз, вы бы на него не посмотрели. Понимаете? Так я тоже самое, я-то не против. Я-то не против. Поначалу-то было все именно так, то что... Сколько вы с ним вместе прожили? 2 года я была. Я надеялась. То есть я хотела, чтобы он поднялся, да, помогала ему где-то сама. Но человек не то чтобы не поднимался, вот он когда много мечтал. Вот когда вы с ним поехали в Таиланд, он оплачивал поездку? Он. Ну, значит, он не совсем нищеброд. Но до этого было очень много споров и разговоров, то, что ну, я считаю, то, что мужчина должен оплачивать, а он предлагал наоборот. Нет, так считают проститутки. А хорошие девочки из хорошей семьи, воспитанные, сытые, они вместе, молодые люди, говорят, послушай, вот у нас есть с тобой 495 рублей. Куда едем? В Мытищи. Клево. Покупаются 2 билета на электричку, покупаются 2 мороженых. И едут, и в окно смотрят, так мелькают деревья. Прекрасно. Приехали, развозь щеки. Занялись любовью. Прекрасные выходные. Либо есть, когда у пары деньги на Таиланд, они говорят, так, значит, мы оплачиваем вот это, живем в палатке. И опять мороженое, кокос, любовь и вот такой вот молодой парень, друг для настроения. Какие электрички? С такой грудью по электричкам не ездишь, Лариса. Джозеф, да. А вы друг? Анастасия. Ну, с какой стороны? Где вы познакомились? Что вас связывает? Мы с ней работали на многих проектах, и в том числе и модельные проекты. Вы тоже модель? Да, я тоже модель. И подрабатываю модель. Что вас может связывать? Потому что если бы мне было 25, вы могли бы быть моим любовником. Но другом точно нет. Поэтому я это... А вы сейчас такой дружбой? Вы не верите? Я в это не верю. Игорь, если я тебе буду рассказывать, что Джозеф, вот такой, как Джозеф, мой друг, меня увези в лес и там оставь. Потому что я буду тебе врать. Не бывает. Мне, конечно, очень приятно. Очень конечно, приятно. Потому что она хочет. Что он не хочет. Нет, очень своеобразный выбор друзей. Приятель, возможно, да. А у меня вопрос. У вас есть какая-то методика танца, которая поднимает вам настроение? Слушайте, поделитесь, а? Может, пару па покажите? Мне прям надо. Вот прямо. Для этого нужно иметь 25 лет. И третий номер груди. А может, там ничего сложного? А что такая за методика? Нет, просто ты смотришь на свое отражение и думаешь, боже, какая я молодая, у меня все впереди. Но за тебе это только испортит настроение. Ты скажешь, жизнь проходит, а я вроде здесь сделала и здесь сделала, а настроение не поднимается. Не надо тебе, даже не начинай, Роза. Ой, а то... Нет, это значит, я правильный вопрос, перед зеркалом стоите и любуетесь собой? Да, ну, любую. Это типа светлое зеркало, ты скажи. Я просто всю жизнь танцевала, я не могу без танцев, и поэтому мне это поднимает настроение. Вам нравится Матиас? Ну, нравится. Импозантный, интересный мужчина. Поедете? Поеду. Каролине? Поеду. Супер. Поеду. Супер. Да. А у вас осталось одно свидание, это ваш бонус. Есть желание пройти в комнату вдвоем?
пообщаться. Руки не распускайте. Вдвоем? Да. О. Но это не секс, это просто поговорить. У нас такие бонусы, пока Первый канал нельзя. Пока не выдает. Да. Только без рук. Проходите, пожалуйста. Ты действительно каждые 3 года меняешь? Но он и так сказал, но... Это не так? Это просто он и смотрел, но мой последний, наверное, 15 лет. Mm-hmm. И я раньше жил там Южной Германии, на mm-hmm. Черный лес, потом на Варшаве, потом в Москве. Mm-hmm. Москве менял место 3 раза. Mm-hmm. Но если ты в Москве и 11 лет, это не значит, что ты mm-hmm. каждые 3 года. Ты в Москве 11 лет тут да. живешь уже, в принципе. Но до апреля этот года, и потом я менял на Майорке. А зря вы не верите в дружбу между парнем и девушкой? Я так скажу. Нет, ну могу. Могу, конечно, и допустить, могу поверить. Это я так, для красного словца. Анастасия, у вас есть сюрприз? Да. Покажите, пожалуйста. Да, хорошо. Для сюрприза, Матис, пройдем со мной. Так как я много лет занималась танцами профессиональными, я хочу научить себя медленному танцу. Вот. Что, сальса или что? Нет, не сальса, это будет вальс. Давай мне руку. Мы раскрылись с тобой. Да. Делаем шаг навстречу друг другу. На шаг, да. Отошли. Дальше я... Сейчас, да. Я закручиваюсь. Мы танцуем. Да, 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 совершенно верно. Он половину не понимает, что она говорит, но ему все равно. Он видит эти 2 высших образования. И теперь я... Я разворачиваюсь. Да. Это импровизация. Снова закручиваюсь и падаю. Вальс вообще это не имеет никакого отношения абсолютно. Импровизация. Это спасибо, Анастасия. Да. Проходите со своими друзьями. В свою комнату. Да. Но это платье нехорошо на танцевать. Ну да, но да. Зато мы красивые. Вам она понравилась? Да. Видите рядом с собой ее? У меня такой опыт в жизни, что если девушка хорошо танцевает, mm-hmm. она тоже хорошо на... Постели. Это вы сказали. Нет, а может еще в чем-то? В труде. Может быть, она хорошо готовит. А Тимирлан, как вам? Ну, девушка очень живая, теплая. Единственная, которая смогла реально расшевелить и улыбнуть нашего жениха. До этого еле ходил за двумя участниками, тут он танцевал. И действительно чувствовалось эмоции, улыбался. Марианна живет в Москве, у нее квартира, папа летчик, дедушка летчик. Она не суетилась, не было фигурных рук, не было с претензием, сейчас вас научу танцевать вальс. Понимаете, она сидела и смотрела вот так, и говорила, готовить? Не люблю и не буду, и не заставишь. И это делать не буду. А вот это люблю, а теперь давай тебе сюрприз. Понимаете, это называется свобода. А вот это все, окружить себя красивыми мужчинами, показать. Ну, что? Знаешь, на нашего жениха тоже желающих он в очередь не выстроится. Нет. Поэтому вам, Настенька, хороша. Нравится, берите. Ну, в смысле, везите куда хотите. Я не против. Просто она всегда в любой ситуации хочет быть в центре внимания. Но иногда это, может быть, не всегда ловко получается. Но да, от мужчины будет требоваться многое. Как минимум, это даже не конкретные деньги, а просто внимание, которое в ее сторону должно быть направлено. То есть она должна чувствовать, что она всегда в лучах какой-то славы, что он смотрит на нее с придыханием снизу вверх. И в денежного выражения здесь не требуется, поверьте, никакого. Вот, я обожаю Василису. Ну, вот действительно, правда она сказала. Вы советуете Матиасу кого? Мне очень понравилась Марьяна. Угу. Вот. Она золотая середина из представленных девушек. Она открыта. Она заявила о своей симпатии. Она сказала о том, что да, перспективы возможны. Точно. Но с другой стороны, он посмотрел на ту, на третью и понял, что ему нужно все обеспечивать. А европейские мужики, да. Конечно, совершенно жадные. Они совершенно конечно, жадные мужики. Да. Проще всего вам будет с Анастасией.
Главное вовремя делать подарки, дарить цветы. И, в общем-то, ей даже относительная свобода не нужна. Она должна с вами путешествовать, ей все это будет любопытно, интересно. С Марианной, которая мне понравилась безумно, вам будет сложно. Потому что у нее будет на все свое мнение, она будет с вами не соглашаться, вы устанете бороться. Зато... Потому что вы уступать тоже не будете. Что зато, да, зато она... есть куда расти. Да, потом еще у нее... уже Матеусу куда расти. А еще потом с папой договариваться будет. Там же папа все-таки тоже определенных. Это она свобода. Поэтому я думаю, что вам нужно идти к Анастасии. Я считаю, что... лучше Анастасии, вот согласна с Ларисой, что лучше к Анастасии, проблем меньше. Тем более она согласилась на все ваши условия. Зато Анастасия среди сегодняшних девушек единственная, кто с вами точно безоговорочно выйдет. Потому что она правда любит быть в центре внимания, и она не сможет на глазах у всей страны отказать себе в возможности постоять здесь на сцене в качестве выбранной девушки. Ну и потом ей 25 лет, а это еще никогда не было недостатком молодости. Вы можете пройти в ту комнату, куда решили. Это первая невеста, вторая и третья. Проходите. Мы вас в любом случае поддержим. Ваше дитё заблудилось и запуталось. Ничего не понимает. Хочет любви. Ребенка родила. Помогите ей. Что вы делаете? Она не знает сама, что с бывшим сходиться, не сходиться. Я предлагаю всем выйти и поддержать Матиаса. Есть пара Матиас и Марианна, если вы одиноки. Или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы. Пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Удачи. Рада за вас.